Музыканты попытались передать атмосферу крестьянского быта и рождающейся из него музыки. Участников представления объединяет то, что они когда-то были воспитаны этой музыкой в деревнях. В тех местах, где жители пели, плясали, играли на инструментах и делали это между работой, играючи. Основная особенность фольклора заключается в синкретизме, то есть спаянности всех его компонентов. Звук, движение, цвет, пластика, все. Все это связано. Вот раньше это было как единый ком. В составе сообщества 3D четыре основных музыканта. Вадим Кудрявцев играет на гармонике, венка русского строя. Михаил Корзин на скрипке и балалайке. Изюминка ансамбля – колесная лира. Это инструмент старинный, средневековый. Вот он не вот этот самый, потому что он современный, но образец старинный. И играют на этом инструменте во всей Европе. Так что я могу петь и французские песни, и русские песни, хоть на этом инструменте поют, если я хорошо поняла, основательно духовные стихи. Лоранс Гийон – француженка. Она 13 лет назад покинула Францию из-за непреодолимой любви к России. В нашей стране началось ее увлечение народным пением. Все думают люди, что надо обязательно профессионально петь или в консерватории. Поешь, например, дома, когда ты работаешь, люди думают, что ты шокнутый. Так что я стеснялась петь, естественно. Ну, я стала вот петь с казаками, за столом. Вот. И они меня ободрили. Музыканты 3D пополняют свой репертуар в фольклорных экспедициях. В свое время с удивлением для себя они обнаружили, что некоторые произведения крестьянской музыки можно отнести к трансовым. Они построены на повторении одной музыкальной фразы. Она повторяется из раза в раз, секунды, секунды, минуты, минуты. Все время идет этот вал, этот ком, он как клубок. Вырастает, вырастает. Эта фраза где-то обыгрывается, где-то принимает какие-то другие очертания. Но она одна и та же, и она звучит как нечто вроде монотонное. И это, конечно, по сознанию сильно бьет. Впечатление от звучания живых инструментов тяжело передать средствами техники. Лучше самому побывать на таком концерте. Деревянный инструмент необъяснимо рождает звуки ветра, воды, шелеста травы и воссоединяет душу с природой. Люди, по-моему, дуреют от нашей цивилизации. У них шум, уродство, все некрасиво. Вот эти эстрадные песни, они пошлые. К классике они не имеют доступ. Потом это музыка, которую люди делают для них. Ну, для них, чтобы зарабатывать деньги, одним словом, понимаете? И это идет вот так, как поток пошлости. Задорные переливы мелодий призывают к действию. Хочется участвовать в этом общем творчестве, танцевать, петь. Видимо, правы музыканты 3D. Народная музыка воспитывает душу, вкус, преображает окружающую жизнь.